Казани проходит 7-й симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса», который издается уже 10 лет. Его редакционная коллегия находится в Казанском университете. В России это издание выступает главной экспертной площадкой по обсуждению процессуальных вопросов. Мы стараемся вот каждый год что-то выбрать актуальное. Вот в этом году вообще у всех на слуху. Это изменения, внесенные в Конституцию нашей страны, ну и, соответственно, последующие изменения всего остального законодательства. Симпозиум собрал более 100 человек из разных субъектов Российской Федерации. Это и председатели областных судов, это и судьи, это юристы, которые практикуют, и ученые, процессуалисты, люди, которые непосредственно и занимаются научной сферы, и люди, которые непосредственно применяют законодательство. В этом году из-за пандемии мероприятия проходят с соблюдением всех эпидемиологических норм. Ряд гостей у нас предполагается будут подключаться онлайн. В частности, организовано 2 онлайн-моста из Москвы, из Государственной Думы Российской Федерации Павел Владимирович Крашенинников и также из Москвы, из Общественной палаты Российской Федерации, ее руководитель Людмила Юрьевна Михеева. Как отметила Людмила Новоселова, симпозиум расширил тематику, что дает возможность обсудить серьезные злободневные проблемы для ученых любой специальности. Официальный формат задает движение на будущее. Как правило, всегда очень значимые доклады, выступления, которые содержат принципиально новые положения. И они дают и пищу для ума, и возможность для профессионального роста. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз.